Всем привет! Сегодня мы будем изготавливать кусты. Для этого нам понадобится эпоксилин. Потом объясню, для чего, почему именно эпоксилин, и не сразу на основании мы это делаем. Из эпоксилина делаем, ну, такую вот вещь, платформу. Потом из чего я делал? Брал такую вот вещь. Это корни картошки. То есть вот у кого есть, так хорошо. А если нет, ищите корни подходящих растений. Полыни, еще чего-то. То есть это вот этих вещей в природе полно. Как я с этим работал? То есть я вот брал. Вот я отрезал один кусочек, отрезал второй кусок. Прикладываем так, чтобы, ну, они выглядели органично. И на эпоксилин. Эпоксилин держит хорошо, клеит тоже довольно-таки хорошо. Вот, но этот кустик еще маловат. Сейчас мы сюда добавим. Сейчас выберем то, что нам больше всего подходит. Вот, вот этот кусочек, наверное, сейчас. Почему мы делаем это на эпоксилин? Ну или другое подходящее основание. Потому что впоследствии это будет заливаться лаком для волос и заснеживаться. Я хочу сделать эффект, когда влажность еще высокая. Потом внезапно ударяет мороз, и вот эта вот вся влажность, которая находится в воздухе, она оседает на деревья, на траву, и создается такой эффект прям белого инея. То есть все деревья, вся трава покрывается инеем. Это очень красиво, очень эффектно выглядит, особенно если это воспроизводить на диораме, на той же, на какой-нибудь. Вот, такая вот вещь у нас получилась. Сейчас я пролью это лаком, присыплю содой. Я потом покажу, что с этим делать. Вот. Можно сказать, куст у нас уже готов. Можно использовать. Присыпать флоком, присыпать мхом. Вот, если это лето. Но мы делаем зиму, конкретно под зиму. Сейчас мы берем лак для волос и соду. Итак, берем соду пищевую. Лак для волос. Самый дешевый. Я думаю, не имеет смысла переплачивать за бренд. Берем наш кустик. Обильно проливаем и присыпаем. Соду не жалейте, много не мало. Вот, наш кустик присыпан. Сейчас
вот это вот то, что присыпано, даем немножко просохнуть, чтобы лак не был влажным. Лишний можно поотрезать. Вот, чтобы лак не был влажным. И куст проходим белой краской. Я крашу с баллона, аэрографа у меня нет. Я прям с баллона прокрашиваю. Сейчас я покажу вам, как это будет выглядеть уже в окрашенном виде. Ну вот, окрасил я наш куст. И вот такой он получается в итоге. То есть вот такой вот зимний, заиндевевший, покрытый инеем куст. На работе я буду его использовать, скорее всего. Хотя у меня уже здесь достаточно кустов. Но думаю, что здесь он тоже будет присутствовать. Сейчас я покажу поближе. Вот так вот работа выглядит сейчас. Дерево вчера изготовил. Вот такие кусты подобного рода. Мостик. Наше дерево тоже покрыто инеем, но пока я его не заснежил. Вот наши кусты. Кому видео было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на новые видео. Пока!